Всем здравствуйте! Выехал на очередной коп сегодня. По бугорку вот здесь походил по полю. Насобирал вот всякой шняги. С часик где-то я ходил. Какая-то крышечка. Это вообще неизвестно что. Вон конина одна тут. Это какой-то, похоже, медальончик, но до такой степени убитый, что на нем ничего не видно. А может так какая-нибудь ерунда. Вот одна конина. По конине здесь богато. А ложечка. Жалко, что не целая. С рисуночком он даже с каким-то. Сейчас оп, наведем резкость. Вон что-то там есть. Да, целенькая была, было бы классно. Подкова от сапога самодельная. Три монетки. 31-й, 24-й. А эта двушка не понять какая. Может даже и современная какая-нибудь, близкая уже. А нет. Пролетарии написано. Ну что, она убитая напрочь. Да, сейчас хочу вон туда пойти. Здесь выкошено. И туда ближе к речке спуститься. Здесь вон вроде есть какие-то крапивники. Сейчас тут похожу, разведаю. А если что, вернусь опять сюда на поле. Добью до обеда время. Может, что попадется. Что-то разведка этого бугра никаких результатов не приносит. Конинка да запчасть от керосинки. Здесь даже ямки остались, вот они. Ну, а я смотрю, наш пострел везде поспел. Хоже на все уже без меня. Вот сигнальчик один есть. Сейчас посмотрим, что это такое. Такой более-менее чистый, который стоит вместе посмотреть. Так, и что мы здесь видим? Что-то я ничего не вижу такого, чтобы куда делось, что-то между пальцев проскользнуло. А вот, вот она. Ах, конина, что и следовало ожидать. А монеток что-то я тут ни одной не могу найти. Сейчас еще кружок дам, наверное, назад на поле пойду. Сигнальчик был сейчас такой, но он очень слабенький был, я не стал снимать. И вот выкопал копеечку. Такую махонькую пролетарскую копеечку, чистенькую. 27-го года. Манюсенькая, манюсенькая. Сигнал был, ну глубоко лежал, и сигнал даже черниной отдавал почему-то. Так, на всякий случай копнул. Вот такая находка. Ушел я оттуда. Хотя по травке-то лучше ходить, чем тут. Ну, опять находка лежит, красуется. Нина. Да, этого добра, я смотрю, здесь полно. Зацепила я маленько. А, фиг с ней. Ну, что, попробуем еще походить. Может, что попадется. Что-то небогато. Мусору много тоже. Ушел я с этого поля. Надоело шнягу копать. Здесь тоже вот скошенный кусок. А вот это, видимо, озеро было у них раньше. Тоже все высохло.
Ну, иду себе помахиваю, раз сигнальчик, выкапываю. Во какая шняга. Что это такое, честно сказать, даже не знаю. Но целая, не обломанная. Не видно ни штырька, ничего. Вот такая вещица. Даже не знаю, может, кто знает, так подскажет, что это такое. Может, конина какая-то, только какая-нибудь древняя-древняя еще. Вот такая штучка. Не находил я такой еще ни разу. Интересная вещичка. Сейчас попробую здесь маленечко. Похожу по бережку. Я-то пришел с надеждой, что здесь они что-нибудь купались, собирались. Может, монетки будут. Ну, а сейчас попробую здесь походить. Травы нету, хорошо. А там один металлолом на поле. И конина. Конины, вот что конины, то здесь, да, как будто конный двор на всем поле стоял. Вот она спряталась. Монеточка. Три копеечки. Двадцать шестого года. Красотулька. Ну, что значит в некопанной земле, в непаханной. Состояние идеальное. Желтенькая. Попробую еще сейчас тут походить. Двушечку 65-го уже нашел. Вот эту вот штучку-дрючку непонятно какую. Вот трюльничек. Сейчас еще почешем чуть-чуть это место. Что-то непонятный вот такой сигнал. Вот она лежит. Вот она и пляшет. Вот такая шняга. Смятая гильза. А такие находки я не беру. Пусть дальше покоится. Во, находка. Это этот. Которые на острове Пасхи-то стоят. Да, похож. Вот тоже непонятно, что это такое. Обломан конец. Интересная штучка. Вот может тоже кто знает, подскажет, что это. Может тоже что-то древнее. Вот такая штучка интересная. Прикольная, да? Да, склончик-то оказался на редкость не пустой. Две копеечки 24-го. Черная вся какая-то, правда. Ну ничего, отмоется. Собирался уже домой ехать, я, наверное, еще похожу. Чуток, может, еще что попадется. Все, уже, наверное, к машине подошел. Наверное, поеду я сейчас. За машины кружанул еще, вот какую весельку нашел. Не знаю, на коне это висело или на шее кого-то за место крестика.
Вот такая штучка симпотная. Вот, ребята, навалял я сколько всякого дерьма. Да, сейчас так. Вот так лучше будет видно. В основном одна конина. Вот еще какую нашел. Вон ее сколько тут. Гильзы. Так, гильзы выкидываем. А, мужик. Да. И что тут у меня получается? Хоть на конюшню уезжай. Вот какую нашел еще. Я не показывал. Металлолом, короче. Это что? Гвоздь, не гвоздь. А, болт какой-то был. Медный, кстати. Так. Так, так, так. Так, это не знаю, что. И монета всего-навсего. Это раздавленная. Это согнутая. Так, и мы их не считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну вот 8 монет, которые можно привести в божеский вид. Все советы. Вот такой получился у меня сегодня коп. Можно сюда еще вернуться. Всем до свидания, всем удачи. Буду собираться. Что-то я долго сегодня проходил. Еще домой целый час ехать. Всем пока-пока.